Всем привет! Всем привет! Вы на канале Event Play, и сегодня мы будем открывать шарики Чупа-Чупс. Они называются Лига Справедливости. Да, а кто будет помогать сегодня тебе? Микки. Да, наша морская свинка Микки. Да. Он ревнует. Чего-то болтает, да? Вообще, компания Чупа-Чупс почему назвала вот так вот эту коллекцию? Как они пишут, чтобы защитить мир, одного Супермена мало. А что, если объединить разных супергероев? Встречай коллекцию «Лига справедливости». В ней собраны все самые известные супергерои. Супермен, Бэтмен, Флэш и другие. Собери всю коллекцию и помоги персонажам бороться со злом. Ну а что? Я знаю Бэтмена. Да? Ничего и себе. А давай я покажу поближе одно яичко. Вот. Минки, ну хватит уже. Такие вот яички. Супермен здесь. Бэтмен, да, вроде бы. Будем надеяться, что нам удастся собрать. Флэш, по-моему, разных, это. Да? Еще кто-то. Надеюсь, нам попадется Держи. Бэтмен и вот это. Всего в коллекции, как заявлено, 9 героев. У нас 5 Минки. Яичек. Ну, посмотрим, кто нам попадется. Давай, будем открывать? Да. Начнем. Микки хочет к тебе на ручки. Он говорит, я боюсь супергероев, возьми меня на ручки. Давай. Давай, открывай. Открывай. Микки пусть не боится. Супергерои же добрые, они должны, наоборот, помогать. Микки, наоборот, их боится. Ева, возьми меня на ручки, возьми на ручки. Да, ревью уж все равно порвался. Белая капсула у нас. Помоги. Давай, помогу. Открываем. Держи, открыл. Кто же это? Бэтмен! Ничего да себе, ты! Как повезло как сразу. Я бы хотела. Прям сходу повезло, да? На подставочке, да? Да. Давай мы поближе покажем. Давай я сначала покажу вкладыш, наверное, да? А ты пока ставь его на подставочку. Вот о, такая вот коллекция супергероев. Да? Сейчас посмотрим. Надеюсь, нам сегодня попадутся все разные. А, я тоже. Может быть, нам повезет, да так? Надеюсь, нам попадется супергероев в красном плаще. Давай посмотрим. Помоги. Пусть нам Микки подскажет, попадутся ли нам все. Ты его возьми в ручки, и если он запоет песни, значит, нам попадутся все разные. Молчит. Значит, попадется какой-то один повтор. Нет, попадет. Он же сейчас говорил, значит, нам попадутся все разные. Вот такой вот Бэтмен нам попался. Опять ко мне на ручки. Так, сейчас мы покажем его поближе. Ко мне на ручки. Вот такой вот Бэтмен. Ну так, давай, ну что, Ева, давай, доставай следующее яичко. Ты Микки отставь, чтобы он не упал только. А то он, видишь, как к тебе лезет. Смотри, чтобы не упал. Хорошо. Со стола. Я поставляю. Какой он пушистый. Да, вон сегодня какой лохматый-прелохматый, да? Угу. Такая порода. Чихуахуа. Чихуахуа, порода Микки называется лохмач. Давай. Что-то новенькое. Какой-то новый герой, да? Давай. Так. Давай я покажу его. Сейчас я его соберу. Ковик на ручке. Так, я сейчас, пусть пока он крутится на основе, я его зеленый фонарь. Собираем зеленого фонаря. Какой-то зеленый фонарь. Кто-кто? О, он влюбился. Да? Да, он влюбился. Вот в эту девочку? Вот. Ага. Только это не он, он-то вот в самом конце. Вот такой вот зеленый фонарь у нас. Нет, вот он. Он в нее влюбился. Ага. Супермен? Ага. Супермен влюбился. Вот пока что нам везет, да, такие интересные да, фигурки, Супермен солдатики. Да, Супермен влюбился. Почему у влюбился? У нас попался Бэтмен. Там вот девочка просто. И вот. Да. Видишь, они ну хорошо, давай следующее яичко открывай. Посмотрим, что же там. Неужели все разные попадутся? Не знаю. Я тоже.
Такого, по-моему, еще ни разу не было, да, у нас, чтобы прям все-все-все попались разные. Всегда поняла. Кто-то один да повторяет. Или разве было что-то такое, что всегда все разные? Да. Я уже даже и не помню. Давай помогу. Где-то было. Опять так, они на ручке. Держи. Опять. Кто-то другой. Так. Смотри-ка, флеш, по-моему, да, это? Да, это флеш. Это флеш. Такой вот супергерой. Флеш. Он очень-очень быстрый такой. Как молния. Как молния Маквин? Еще быстрее. Нет, я думаю, Маквин быстрее. Думаешь? Ну хорошо. Давай открывай следующее яичко. Микки что-то, какой-то заговор, по-моему, тут. По-моему, он ревнует, как я и говорила. Так. Делаем пока вскрытие. Пока ни одной повторки. Пока ни одной. Держи. Так, кто же там? Кто же Бэтмен! Там? Опять? Ух ты, это не Бэтмен, это Супермен. Это Супермен. Вот такой вот Супермен. Бэтмен-то сейчас Бэтмен. Я его соберу. Кстати, что примечательно, здесь у него в ноге дырочки, и одна дырочка большая, а одна маленькая. Чтобы вот не перепутать подставочку. По-другому ее не поставишь. Вот так вот. Вот такой вот Супермен у нас. Смотрите, я высокий. Вот такой. А Микки там замахался. Смотри-ка, неужели еще кто-то попадется новенький? Я может думаю, быть. Знает. Это будет просто мега везение сегодня тогда. Смотрите, Микки высокий, Микки низкий. Микки, давай, сожми эти, как это надо, не пальцы, крестики. Или держи кулачки за нас. Он меня лежит, куда-то собрал. Смотри, сейчас как бы не упал он у тебя со стола-то. Так, отставляй пошел, его. Пошел. Давай, и доставай. Он все время хочет к Еве. Он говорит, ну, Ева, ну возьми, говорит, меня на ручки. Ну, сейчас, Микки, подожди, сейчас Ева откроет. Давай. Последний шар. Чупа-чупс. Нам попадется кто-то новенький. Надеюсь, что там попадется вот это. Может, какая-то девочка, да, Супермен? А я бы за киборга. За киборга? Кого? Кого? Да, он такой робот красивый. А может быть чужой какой-нибудь там. Еще попался. Уже весь шоколад пшёт. Так, давайте открываю. От Микки. Что? Так, кто же там? Надеюсь, держи. Надеюсь, что там девочка. Нет, какой-то новенький, ничего себе. Как хотела мама. Киборг. Ну вот. Мама хотела киборга и получила киборга. Ну вот, не повезло. А вы его так и называют, да, киборг? Да, так и написано. Мне просто не повезло. Такой вот киборг. Так. Неужели хоть кто-то... Смотри, прям исторический момент. Красный день календаря. Нам попались из пяти яиц Чупа-Чупс все разные герои. У нас было так. Сейчас мы их покажем все поближе. Иди уже. Да. Нам вот не хватает только зеленой стрелы, какого-то Аквамена, и Супергерл, вот такой же девочки, и Бэтгерл, вот да. Такой вот девочки. Вот такие вот сегодня у нас девочек. Супергерои. Очень классно. Мне вот лично понравилось, а вам как? И мне. Микки, а тебе понравилось? Да, он негодует, вон. Видимо, уже зло где-то. Он говорит, я же говорил, что там все они, что все разные. Нет, зло, видимо, приближается, он переживает. Но ты не переживай, наши супергерои защитят, да, нас всех? Да, обязательно спасут Микки. Ну что, Ева, будем прощаться? Да, с вами был канал Ева and Flame. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И пишите комментарии. Подпишись на Евин канал, и ты узнаешь много интересного. Пока-пока. Thank you.
Чупа-чупа.